Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и сегодня со мной два моих дружка-пирожка. Здравствуйте, Роман, здравствуйте. Тести компот. Сладкий Андрей Житель, который привет, закрылся. Я ну, здесь. Ну ничего страшного. Ну там и сидит, там тебе самое место. Короче, берите сейчас зелье ночного видения и так далее и тому подобное. И в общем-то, ребята, такой ролик уже я был. Я забыл, погоди, мне надо разобрать. Давай. Разбирай. Такой ролик мы снимали, утюг. Такой ролик мы уже снимали. Сегодня, ребята, мы будем убегать от огромного, я даже не знаю, как это, ну, цунами из опыта в буквальном смысле. Поэтому, как бы, все нужно делать максимально быстро, потому что сундуки тоже будут пропадать. В конце нас с вами ждет битва. Вот, я сейчас быстренько выключу дождь, огромный PvP. А как мы будем биться, если нас достигнет этот опыт и уничтожит? Он нас не должен уничтожить. А если уничтожит, то заспавнишься и будешь идти дальше. В общем-то, самое главное дойти до конца, и в конце тот, кто победит, тот молодец. На счет 3 я ставлю эту штуку. Давайте. Я сейчас сломаю тоже дверь, потому что это будет адски быстро. Сейчас я буквально один слой сломаю. Это небольшая фора для меня. Подождите, стойте, потому что мне нужно поставить блок. Я потрачу время. Итак, на счет 3 готовы? Да. Раз, два, погнали, все, погнали. Сейчас нужно быстро сваливать. Нужно свалить, я дверь поставлю. Я помню, это как с лавой? Да, подожди, а почему оно в другую сторону? Сундук. Оно в другую сторону начало размножаться, ребята, подождите. Я поставлю еще одну, и еще одну, и еще одну. Вот, все. Короче, пошла эта тема. Ё-моё, тихо. Оно мой сундук заменило в последнюю секунду. Еще один! У меня яма здесь появилась, огромная яма! О, опыт, кстати, быстро добывается очень, но все равно он смертельно опасен, ломает наши сундуки. Что это такое? Откуда он здесь? Что именно? Какой-то опыт. Так в смысле, это. Как бы в смысле, Андрей, мы от опыта должны убегать. Эта штука, да? Короче, ломает. Я, короче, смотри, нужно ломать блоки теперь максимально аккуратно, потому что они с одного удара ломаются. Плюс, она, эта штука, уже рассыпала все сундуки, поэтому здесь нужно делать все. Я выпал! Чувак, я тоже выполз. Вы серьезно? А какого фига? А вы, видимо, блок сломали? Ну, по которому. Ну под нами. Ничего страшного, я без этого, когда проживаю. Привет, Андрей, ты чё сюда пришел? Тут мои сундуки. Ты... Да, Андрей, да это я мои... тут ищу сундуки. Я да ищу это мои сундуки, Андрей! Да... Ты. А, я упал! Рома, убей его! Я не включил геймру кип инвентарь! Ё-моё, я дебилой! Не надо, не бей! Я дебил, я дебил. Продолжаем. Кабы не упасть. Ой, я просто иду, тут гранаты мне в руки сыпь, нормально, с пацанами, как говорится. Да, Андрей, да, зачем все легко стало? Чужие сундуки, ты зачем вообще забывать? А я вообще потерялся, то есть здесь же единое как бы стало теперь пространство, чувак. Ай, ну, ребят, я дошел. Андрей, да уйди отсюда! Ай, там куча ресурсов! Арене конец! Дай, пою, пошел вон! Так, кому тут с дробаша прописать? Кому тут просто? Дрюну? Ну давай, Дрюну. Спасибо, Рома, я тут все заберу сейчас. Здоровье. Нет, Рома, я сейчас тебя настигну. Нет, пожалуйста. Подожди, нам нужно все быстро разбирать, нужно все максимально... Великая настигалова, Андрей. Андрей, короче, ты вообще обалдел, он у всех, короче, все забирал. Я обалдел. Капитулист, монополист, я поэтому... Я сейчас устрою капиталист, ай, монополист. Ай, за что? Я за коммунизм вообще. А, ладно. Понятно. Коммуняга. Надо понимать, это коммуняга не помог вообще. Кстати, наша арене Ханана так выглядит прикольно теперь, посмотрите. Сейчас посмотрю, подожди. Ой, я топовый меч случайно выбросил, вот я... А, да, неплохо выглядит. Короче, ну у нас сейчас теперь, знаете, мы как бы вроде от этой штуки как бы спаслись, но теперь это все выглядит максимально странно и крипово. Вот, и нужно делать максимально аккуратно. Кстати, знаешь, Рома, что мне это напоминает? Мне очень сильно напоминает это сплив. Да, Пиксель, кстати. О, ну, давайте поиграем в сплив. Знаешь что, Пиксель? Нужно как можно быстрее уже уходить с этого опыта, потому что мы же не просто так от него убегаем, как бы если на нем долго стоять, да, то да, 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 поэтому отравление. Да, поэтому на месте нельзя стоять, поэтому нужно быстро-быстро двигаться, поэтому я на месте и не стою. А где там Андрей Житель? Я вообще не понимаю. О, привет! Привет, Рэмбо, Андрей! Привет, Рэмбо! Привет. Помогу! У меня все зависло! У меня все зависло, ты меня бил, когда я не мог сопротивляться. Ну, конечно. Все, у нас... Стоп, я не понял, а почему Андрей крутая броня, у меня нифига? Потому что Андрей начал чужие сундуки забирать. У каждого одинаковые ресурсы, эта вонючка начала забирать чужую броню. Я запутался, я не специально. Да там, что там запутаться? Там было у каждого 3 блока, то есть, ну, по 3 блока с каждой стороны. А Андрей... Так, а мы уже сражаемся или нет? Не-не, мы не сражаемся, мы пока что... А, я уже все потратил просто. А, серьезно? А, ну как, нет, еще у меня остались тут некоторые предметы. Тут еще где-то должны быть сундуки, давайте еще минуту буквально должны эту фигню найти. Я уверен, что здесь вообще были очень топовые сундуки, но да, я не знаю. Да, знаете, да, что я просто... нашел один сундук, нашел. Знаешь, что просто да, могло я, быть? Я таких 6 штук нашел, да. А, что, так, что могло быть? Просто смотри. Ай, блин, я думал, это блоки пропадают, это Андрей Житель. Кстати, насчет Андрея Жителя. Привет, Андрей. Сам пошел. Вот так вот и надо. Короче, тут Андрей доминирует сегодня что-то. Да он обалдел, слушай, он читер, я просто читы поставил. Да это шутка, если чё. Это шутка. Аллаху Акбар! Подожди, ты чё, Рома?
Погнали, короче, ближе уже к PvP-арене, потому что нужно будет начинаться сейчас драться. Погнали, погнали, погнали. Ну вот, только смотрите, самое главное правило, нельзя ломать блоки на арене. То есть под другими нельзя. То есть только драться, только нереально. А может, сприф устроим в конце, а не драку? Слушай, можно. Давай тогда сколько раундов? 1-2 раунда, может быть, даже 3. Давайте 3 раунда, чтобы как бы каждому далось победу. Ну да, 3 раунда, а, в конце уже именно будет сплив. Да. Итак, на счет 3 начинаем, готовы? Да, Андрей, иди сюда, Андрей. Ты куда, Андрей? Андрей Андреевич. Я здесь, да, с вами. Давай, иди сюда. Вечер с вами. Блоки не ставить, если падаешь, то падаешь. Да-да-да-да-да, блоки не ставить, блоки и спаунпоинт давайте пропишем вот тут, вот, на нейтральной территории. Да-да-да, давай-давай-давай-давай, вот сюда. Так, Андрей, давай сюда к нам, куда ты там ушел давай, опять? Давай, я ты иду к вам. Какой-то на своей атмосфере. Вот, блоки я ломать нельзя ставить вас, тоже. Я мои. Все, давайте, в принципе, начинать. Двери. Ставь спаунпоинт, да. Ставь спаунпоинт, Андрей. Где? Быстрее, а то сейчас отравление вот начнется. Давай, на нейтральной территории, да, давай, становись. Давайте, погнали, спаунпоинт. Давай, готов? Все, готово? Да. Все, давай, съедаем золотое яблоко и погнали на счет 3. Раз. Стой, дайте съем. Раз, два, три. Мы не деремся, мы ломаем блоки под друг другом. А, так ты, я думал, сплив в конце. Нет, сплив типа сейчас. А, сплив сейчас? А да, потом тогда будем... сплив будет, мы просто всегда деремся, и это не круто вообще. А, ну, слушай, а зачем тогда мы собирали это все? Скажи мне, пожалуйста! Я тоже. Ну я вышел, считается ли это победой? Не знаю, считается ли это победой. Ой, ау. Так, давайте, я включил креатив, чтобы снова подготовить арену из опыта. Давай. Так, получается, кто сейчас победил? Сейчас победил Андрей, получается. Да. А ты как из опыта? Там есть победа моя, я! Да, тут есть ID от блока, все, я сделал. Все, отлично. Так, Андрей выиграл, то есть 1-0, мы играем до 3 побед, или 3 раунда, или что мы делаем? Мы играем 3 раунда. Все, хорошо. Давай, давайте, на счет 3. Подожди, яблочко скушаю на всякий случай, мало ли. Погоди, гемот нужно включим. Раз, два, три. Погнали. Куда, Андрей? Да не сказали, нельзя! Он что, проиграет? Все, короче, давай его сливаем его. Все, отлично. Это слив. Так, все, погнали. Это слив в Телеграме. Так, теперь они... Рома, тихо! А, я чуть не упал, я будто скарабкался назад на блоке! Да-да-да, такое бывает. Тихо! О, вы оба упали, слушайте. Не-не-не, я упал раньше, поэтому Рома в этом раунде выиграл. Так, давай я сейчас тоже включу геймод. Получается сейчас 1-1-1. Слушай, это будет прикольно, если я сейчас выиграю, тогда придется делать решающий раунд. Посмотрим, как оно получится. Ну, не выиграю, ну и фиг с ним. Так, готовы, Андрей? Блоки ставить нельзя, еще раз тебе скажу. Да почему? Ну, блин, это потому что, ну как, по-другому. А где это написано? Давай, мы вообще-то в самом начале сказали. Что? А где написано, мне что интересно нельзя сейчас правила? Выиграет или не выиграет вообще? Ну, не знаю, короче, погнали. Андрей, вот блоки ставить нельзя, на счет 3 готов? А может сейчас пушки будем тоже использовать? Не-не-не, давай, у короче. У меня нет уже пушек. Становись в угол, Андрей, давай, быстрее, время идет, давай, становись в угол. Давайте. Ромчик. Раз. Андрей, да что ты хочешь от меня, Андрей, ну ты издеваешься, что ли? Ну я, ладно, хорошо. Готовы? Раз. Два. Два. Три. Я упал. Так, отлично. Отлично. Я слежу за игрой, комментирую ее, значит так. Пикселизация, кастрация. Бегает по левую сторону арены, смотря с какой... Андрей, да что ты творишь? Ты что, бешеный? Житель читерит. Дискредитация. А, Ром, не бейте. Вы судья. Дисквалификация, я бы даже сказал, а не то, что ты говорил. Роман Компот! Жесть, полная жесть. Я проиграл, получается. Короче, получается, у Андрея 2 победы, он победил сегодня у нас. Да, у него 2 победы, у тебя 1, у меня 0 побед. Слушай, ну на самом деле даже со сплифом мне больше, чем с оружием понравилось. Да. Это как ну типа очень необычно, потому что, знаешь, постоянно что-то деремся. Да, Роман Компот, вы оказались правы. Ребята, если вам тоже понравился больше сплиф, вот как бы, ну... Пишите. Ребят, а давайте сделаем так. На этом ролике дофига миллион лайков. Мы создаем новую рубрику со сплифом. Такую же, как с раскопками, но только со сплифом. Слушай, да, хорошая идея, топовая пушка. Это очень хорошая идея. Это пушка. Сейчас мой блокнотик пополнится, видимо. В общем-то, ребят, обязательно пишите свои идеи и обязательно ставьте лайки. Сколько лайков тут должно набраться, мы не знаем. Ром! Пиксель, оно поражает территорию дальше, оно выходит из-под контроля. Что ты сделал? Всему миру. Конец. Благо мы в креативе, нас бы сейчас уничтожило. Да, по факту да, но оно, видишь, видимо, замедлилось, типа, потом как-то начало размножаться. Ну, короче, сейчас весь мир станет самым опытным миром. Блин, выживание в опытном мире. Блин, превьюшка классная. Иди вот сюда посмотри, Ром, типа, знаешь, в этот момент оно так захватывает мир и очень необычно выглядит. Ром, красиво же, да? Очень же красиво, Ром.
Очень восхитительно. Очень, я бы сказал, просто конфетка. Белоснежная, я бы сказал. Очень круто. Ослепительно. В общем-то, ребята, ролик на этом заканчивается. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, также нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления. Всем удачи, ребят, и пока. Динь-динь-дон, динь-динь-динь-дон, динь-динь-динь-дон. Всем привет.